Привет всем, сегодня 20 сентября, и в продажу в Макдональдсе вышел Макомбо от Дани Милохина. За 229 рублей вы его можете приобрести на кассе, либо в поиске в автомате, либо по QR-коду в приложении за 200 рублей. Сразу скажу, что в МакАвто вы не сможете заказать по данному QR-коду, только самого автомата, либо на кассе. Во время заказа я столкнулся с проблемой, что у меня съела чек. Чек провалился туда внутрь, и мне не выдало. Замечательно. Можно кого-то? Чек провалился внутрь банкомата. Я понял. Вы на киоске заказали? Да. Вот этот соус. Все, очень. Также раскрыли, что там будет внутри. Это, грубо говоря, снэкбокс с крыльями, которые добавили напиток 400 мл на выбор и два соуса, сырный и острый. Давайте посмотрим, что к нам приехало. Мы заказали данный набор за 200 рублей. Нам пришел такой судок. Одна картоха убежала. Не убегай. Видим огромное количество салфеток. Два соуса. Один сырный, другой острый. Сладкий чили. Здесь мы видим, на самом деле, ассорти. Здесь не просто крылья. Здесь у нас два наггетса, два крыла и два стрипса. Вот такой вот ассорти. Давайте попробуем сладкий чили. Я такой соус не пробовал. Насколько он вкусный. Соус неплохой. Курочка хрустящая. Свежая, еще горячая. Подведем итог. За 200 рублей, в принципе, это выгодный набор, если вы хотите перекусить. Конечно, я хотел бы, чтобы у данного набора Дани Милохина был какой-нибудь бургер, хоть он будет стоил дороже набор, но какой есть, такой есть. Здесь мы увидели ассорти из снеков, картошка фри, напиток и два соуса. Пишите в комментариях, как вам такой набор в Макдональдсе, будете ли вы его покупать. Всем пока!